Привет, друзья и гости канала «Алга Петербург». Я Саша Карельский, как всегда, нашел для вас хорошие новости. Этот выпуск будет посвящен высказываниям небезызвестных вам людей. Вчера на своей странице в Instagram известный на весь мир казахстанский артист Димаш Кудайберген поделился интересной публикацией. Пост был посвящен одному из самых выдающихся оперных певцов второй половины 20 века. Это итальянский тенор Лучано Паваротти. Фрагмент, который опубликовал Димаш на своей странице, он подкрепил подписью. Так должен звучать настоящий артист. В этом фрагменте Лучано Паваротти исполняет арию из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини «Nessun dorma». То, что мы услышали, поистине можно назвать искусство высшей пробы. Благодаря своему вокальному мастерству, характерной легкости звукоизвлечения, излучающей тепло и жизнерадостность, Паваротти стал одной из суперзвезд оперной сцены 20-го столетия. Неудивительно, что, воспитав свой музыкальный вкус на таких титанах, как Паваротти, Димаш демонстрирует всему миру образец подлинного искусства и мастерства в своем голосе. Ну и раз уж мы заговорили о голосах, хочется показать вам еще одно высказывание от примадонны российской эстрады Аллы Борисовны Пугачевой, чей голос и талант был высоко оценен в годы творческой активности. У нас как так получается, что у нас как казахи, так мы их хвалим. Прям вот. А вот они очень музыкальные. Как казахстанцы. Они как казахстанцы, очень музыкальные, да? Они безумно музыкальные. Они, по-моему, рождаются с голосами уникальными. То очень хорошие музыканты. Очень, да. Этот фрагмент появился в сети недавно. Мы знаем, что любовь к казахстанским артистам у Аллы Борисовны уже давно. Еще со времен Батырхана Шукенова и его блестящего мегахита «Джулия», которую, между прочим, хотел петь Филипп Киркоров, но Пугачева оказалась мудрее. И вот примадонна вновь говорит восторженными эпитетами о казахстанских голосах. По ее лицу было видно, что она находится под сильным впечатлением. Друзья, предлагаю сделать предположение в комментариях, чей голос из Казахстана мог так сильно впечатлить Аллу Борисовну. Все, пошел читать комментарии. Пока! Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда «Алга Петербург».